А у нас на связи Таня и Юля из Питера. Девчонки, привет! Ой! Так! Old Fashioned Man Marco на связи! Как мы рады вас видеть, как у вас шикарно! Неожиданное что-то совершенно. Мы, собственно, что, поем фольклор русский, народный. Хотим, чтобы наши песни услышала вся Русь-матушка. Ой, да! Да, даем хлеба, зрелищ и красоту. Скажите, косы настоящие? Конечно, все настоящее. Специально растили для вашей программы. Русская коса, вьются волоса. Девчонки покажут нам, что будет, если взять фолк-музыку, соединить ее с техно и обернуть это все в крутую видеообертку. Внимание на экран. Девочки, спасибо вам огромное за такое творчество. Регина, а может быть вы с Димой что-нибудь народненькое бомбанете? Мы как раз два знатных народника с тобой. Абсолютно, да. А я на бандуре играла. Блин, а я на домре. Таня с Юлей вам помогут, давай, давайте. Давай, какую песню, девочки? Давайте. Ты же меня пидмала, ты же меня пидмала, ты же меня молодого. Девушки, во-первых, мне понравилось ваше вступление. Вы сказали, что новое хорошо, забытое старое. Часто об этом почему-то забывают. Вы, кстати, есть на экспедиции, собираете музыку? Да, конечно, было время, когда учились. Сейчас свое время, теперь уже все, готовы делать продукт и, как говорится, в ушки людям его вливать. Отлично, дуть, правильно. Здесь, понимаете, получается, ну, действительно полноценная работа, которая звучит, ну, знаете, не хуже совершенно Звенты Цвинтаны, например, или то же самое Онуки. Это мощно. Ты смотришь целиком какую-то работу, и очень хочется, чтобы их было больше. Я как-то за вас. Валь! Девчонки, вы над костюмами сами заморачиваетесь? Мы все делаем абсолютно, весь проект сами, у нас нет никаких продюсеров. Мы все сами, своими силами. И если мы победим, мы потратим все деньги на новый костюм. На протяжении всего вашего выступления у меня был открыт рот, вы удивили, это смело. И вы не кушали в этот момент? Нет, признаюсь честно. Поначалу я подумала, что за вакханалия происходит. Потом как-то сроднилось вот это вот. Красиво! Красиво! Вы безумно хороши, но это смело. Я не готова была. Инна, в следующий раз вообще себя не сдерживайте. Бегом в пляс, как только вас это захватывает. Лариса! Ну все, что на контрастах всегда цепляет и интересно. К народности это вообще не имеет никакого отношения. Мне очень понравился кадр, когда вы везете на этой синей вот этой тележке, да. Вот такая вот одна проходка. Это оригинально. Единственное, что оригинально. Остальное я где-то видела, где-то я слышала. Но вот это вот проезд секундный. Ну, да, вы так вот хулиганите. Вы говорите, смотрите, какие мы смелые. Что бы мы сейчас не пели, это не цепанет. А вот если будет коса между ног болтаться, да. И плюс народная пень, то как кто-то обязательно обратит на это внимание. Все продумано. Ну что, тогда, друзья, ставим лайк или ничего не ставим. Я очень хочу, чтобы девушки оказались в финале нашего шоу. Прямо вот на этой сцене. Рома, да, косами между ног. Рома, да! 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 Четыре лайка! Мы вас ждем, приезжайте! Спасибо! Тань, Юль, спасибо вам большое! Пока-пока!
А попадут девчонки в финал или нет, узнаем совсем скоро. Все это зависит от зрительского голосования.